Знакомство с Яной у меня произошло 3 года назад. Я впервые попал на ее посты в одном из пабликов популярных ВКонтакте. Я прочитал и сразу понял то, что да, это что-то очень интересное, то, что сейчас мне в унисон и что мне необходимо знать, видимо, потому что меня это резонировало очень сильно. И я нашел ее паблики, которые были на тот период, я не знаю, кто их вел, но там были ее посты с вот этой ценной информацией. Я начал читать, начал проникаться, мне начало резонировать все. И вот так 3 года до самого проекта уже непосредственного контакта. Я сразу же, когда увидел то, что есть такая возможность, то, что нужно тестовое задание вам отправить, я сразу это сделал, потому что для меня это была прекрасная возможность и шанс, который я вообще не планировал упускать. Но мне хотелось лично поконтактировать, потому что это уже тот этап, который был необходим. Когда читаешь посты один за другим, да, проникаешься все больше и больше, больше и больше, но когда нет непосредственного контакта, все равно это не то. Когда мы начали раскрывать какие-то моменты уже более глубоко, это совсем другой результат принесло в плане самоощущения. Знаете, когда происходит коррекция голоса, вплоть до того, что вот пришло сообщение, а сразу его не открываешь, собираешься. Вот я, допустим, для себя, я раз, я вижу, все, пришло сообщение, я понимаю то, что мне нужно собрать как бы весь ресурс, мне быть полностью нужно в наблюдении, во внимании для того, чтобы не упустить ничего. И я чувствую, как личность, она даже немного противится этому. То есть начинается такой, сейчас же много интересного о себе узнаешь. Более того, тебе сейчас из момента, возможно, придет какая-то рекомендация, потому что делать и как быть, и во что ты играл на самом деле до этого. И, конечно, голосом это совсем другое. Это результат сразу же целенаправленный. Уникальность в том, что все, что она говорит, и все, к чему она ведет, это ты сам. И единственное, на кого ты можешь рассчитывать, это ты сам. И все, что исходит, исходит из тебя. Вот уникальность то, что она подводит максимально близко к себе. Максимально. Насколько это возможно, насколько, видимо, силен зов, если выражаться терминологией, да, насколько широка эта ответственность быть собой, идти к себе, и насколько готов, так скажем, к потерям себя прошлого и приобретению себя, так скажем, обновленного. А до встречи я был больше погружен в идеи самого разного формата, то есть я все равно не рассчитывал в такой же мере на себя, как до встречи с ней. То есть я больше искал где-то что-то, хватало одно, второе, третье, пятое, десятое, и так на протяжении примерно 7 лет точно. Я состоял из этих идей. Один период я из них состоял очень плотно, самые разные, вегетарианство, кришнаизм, сыроедение, все что угодно. Я проповедовал это, я был этими идеями, грубо говоря, я полностью себя распылял на них, я как таковой отсутствовал. А здесь получается вот такой уже сбор, то, что называется счастьем, да, когда части соединяются, аспекты воссоединяются, и все, и человек уже становится собой. И до Яны это было именно сражение с эго, попытка его сразить, уничтожить и так далее. То есть здесь уже другая игра пошла, другое взаимодействие с самим собой. Я определяю личность, я не скажу, что я слышу себя на все 100%. Нет, где-то я обманываюсь, ухожу, но, по крайней мере, я знаю вектор уже. И я знаю, где начинает дорисовывать воображение, где просто мысли, а где действительно мои ощущения. И вот эта раскачка как раз, она помогла в этом. Стало больше себя, больше взаимодействия с самим собой, но то, что мир продолжает играть, это однозначно так, но просто я лучше чувствую опору в себе. Я не гонюсь ни за какой идеей, я не гонюсь ни за какими таблеточками или какими-то средствами спастись. Я опираюсь внутрь себя, что бы я ни делал. Я знаю, что вот она опора, из нее все исходит, как бы то ни было. Я стараюсь определить из себя, откуда идет то или иное волнение в окружающем меня мире, если оно идет. Оно идет довольно часто, потому что впереди еще большой путь, я это понимаю. Но это очень ценно, это опора, опять же, потому что уйти в бок вот с этой тропы, освещенной тропы, очень просто, очень легко. Вот не распознать первый импульс, который изошел, и не считать его, не заметить, тут же подключаются уже совсем другие механизмы. Когда дорисовывает воображение, ты уже уходишь в какую-то идею, даже не понимаешь этого. Вот поэтому вообще роль проводника, она ключевая здесь, вот в этом взаимодействии, пути к самому себе.
потому что иначе оступиться очень и очень просто. И уйти и заблуждаться этим я уже сталкивался не раз, поэтому я уверен, то, что встреча с проводником, она потому и произошла, потому что уже была какая-то доля отчаяния во всем этом поиске. И поэтому это своего рода дар. Самое страшное, что могло произойти. Наверное, продолжать не быть собой и искать отгадки в мире, постоянно бегать по этому замкнутом кругу, в этом ментальном лабиринте и никогда не найти из него выхода. Вот это, наверное, самое страшное. То есть продолжать жить идеями. Кто себя преподносит как мастер, если послушать их, даже сейчас уже можно распознать, откуда он говорит и о чем он говорит. То есть это часто слышно, то, что он говорит не из себя. То есть он говорит неким каким-то постулатом, но не собственным проживанием. Потому что недавно у меня только был такой пример. Я слушал Ситу в компании своих друзей, и очень-очень много всплывает вещей, на которые бы раньше даже не обратил внимания, проглотил бы и не заметил вообще. Я просто не знаю больше ничего подобного. Никого подобного, ни подобной подачи информации я... Они очень помогают мне в жизни, потому что моя работа, она связана с коммуникацией, особенно когда я поменял новый коллектив. Здесь, естественно, еще не устоявшаяся команда, и люди приходят очень разные. И вот задача сразу же, когда человек входит, определить и прочитать. Ощущение того, какой это человек, приходит сразу. Впоследствии оно только раскрывает себя, и все. Конечно, разница есть, когда соприкоснулся с самим собой уже больше, и в наблюдении слушаешь подкаст, такое ощущение, что звучит просто голос. Особенно бывают моменты, когда она начинает говорить в процессе диалога и довольно продолжительное время говорит. И в эти моменты происходит, вот как будто бы все пропадает, остается только голос, который доносится в самую суть. Голос и суть. Все, что в этот момент есть. Настолько, что личность, она забывается, как будто забывает саму себя в этот момент. Просто идет вот этот поток и проникает туда, где ему место, самое сердце. Я считаю Яну проводником своим. Когда говорит Яна, то она говорит из себя. Ну, это как мелодия, как песня звучит. И нет сомнений, то, что этот человек там не знает или не понимает, или додумывает, ну, как оно обычно бывает. Нет, просто льется. Правда. Я бы посоветовал познакомиться с постами, почитать, чтобы понял человек немножечко терминологию, ощутил собой это, хотя бы прикоснулся. Посоветовал бы идти в практ, получить какие-то механизмы взаимодействия с самим собой. Ну и, конечно, личный контакт, конечно же. Вот, у меня были тоже, кстати, примеры, когда я скидывал страничку Яны, не сам навязывая кому-то, а по запросу. Меня спрашивают, ты на кого-нибудь опираешься в своей духовной жизни? Я говорю, да, есть человек. И скидываю. Пусть человек сам это ощутит собой. Если время пришло, если зов силен, ему срезонирует, и он продолжит свое знакомство. Хочу сказать, что я очень благодарен тому, что этот этап в моей жизни произошел, и то, что я встретил проводника тогда, когда я даже не мог подумать об этом. То есть я даже не знал, как это выглядит, встреча с самим собой, что я такой, и насколько, сколько много всего вот здесь, в этот момент. Яне я за это очень благодарен, вот от момента первой встречи 3 года назад до сегодняшнего дня и дальше, за то, что она транслирует это из себя и дает возможность людям ищущим, страждущим, так скажем, ощутить связь с собой.